Можно Давайте кто-то с севера, сделать. кто-то с юга, кто хочет как. Да, можно, кстати, два отделения сделать, да. Один с объекта два пойдет, а мы второе с поберем. Потому что наверняка на горе на снежной будут снайперы сидеть. Наверняка где-то в районе железной дороги тоже кто-то будет сидеть. Берег, я думаю, что... Под мостом могут, кстати, быть кто-то. А их всего-то мало. Ну, значит, не будут. Значит, пойдем, зайдем. С объекта 2 и не мучиться. Не, можно как отвлекающий маневр какой-нибудь там, не знаю, с востока. Чтоб кто-нибудь пострелял, они отвлеклись на восток. И с севера зайти. В текущих условиях это, скажем так, ненужное действие. Здесь зайти, мы даже их мясо, мы их затоптать даже сможем при желании. А, так их четверо. Я говорю, мы их затоптать успеем. Почему их четверо? Семеро. Семь, а нас десять. А, семь уже что? У нас еретики Аздоник и Спитер перебежали на другую сторону. Так, значит, с севера кто заходит? Чарли? Все. Да, все пойдем. А Прайс тогда что там на юге будет делать? Снайперить. Ну да, снайпер должен, кстати, занять первым. Следить все это дело. По крайней мере, дать метки, где кто-то там ходит. Может быть, полагаемые места. И уже потом мы пойдем. Потому что вслепую идти, я думаю, это, ну, по половине солеем. Вот такой план. А рацию, наверное, мы одну будем использовать. Ну да, людей-то мало. И ДВшка не нужна, по сути. Написал КВшку на море. Они уже готовы даже? Мы тоже, да? Угу. Здесь оптику не сломаем. Чё брать? ЛХК есть 416. Крабка, какой наш? Тут с ГПшка есть. Давайте первый. Другой забираем. Проверка связи. Слышу. А кто что-то говорил, на АГ-36 сломали по оптику? У меня нормально работает. Понял, что так. Но это тейсовская, там какой-то на ванильный похоже. А. Нет. Что, грузимся? Слушай, это просто суп возьму и пока чуть не пора. Да, давай, уже нам. Грузимся в суп. Надо со мной там поехать. Там какие-то Г-36 кривые, ребята, патроны не подходят. Если у кого-то Г-36, проверьте. Я проверил, все нормально. Да, работает нормально. Да, куда все въехали? Грузимся с суф с миниганом.
садись на стрелка. АВ. У меня нет. Важно. Подъедем там уже разберемся. Как же люди из сессии кусят? Да. Я завтра экзамен, блядь, я тут с вами катаю. А на следующей неделе? На следующей неделе? Или после? А, ну я домой уеду, блядь, смогу играть. Что-то у них там уже, по-моему, пошли. Жара. То есть потом заканчивают, на следующей неделе экзамен заканчивается и все, да? Ну я домой уезжаю на, не знаю, на месяц, в феврале где-нибудь буду играть с вами. Если доживу. Что у меня там дома интернет хреновый. Ну какой хреновый? Для армы там вообще канал особенно широкий не нужен. Не, у меня вообще модем дома там. Мегафон. Какой? 56 килобит? У нас вон на первом отстреле с мегафона, с Билайна играют, ничего. Ну я тоже раньше играл. Ну, а зеленый маршрут, по которому я еду, это нам куда он выведется? Это не прайс случайно Сибирис? В Норильск написано. Так мы выходим. Это прайс, походу, рисунок. А, стоп, не. Я тебя перепутал, сейчас приедем, все равно. Вы там прайс расстреляли? Бля, не садится чё-то. Чего? Флайер вылезет из-за того, что расстрелял этого прайса, мы не можем сесть. Круто вы. Да он нас это, портовал, чё-то не давал ехать. Он неадекват просто. Да. Ну, вроде выжил, и ты убил его. Вы его убили, и суф разбили. Лол. Как в меня не попали, я не знаю. Минус прайс. Писал, просил перезайти. Бомбит, наверное, вообще. Наверное. Ну, они бы... Ну, слушай, говорят, что бортовал их. Так, здесь, по-моему, на... Какое место шикарное. Почему здесь ни одной миски нет у нас с этим местом? Я тоже, да, удивляюсь. Мне все время нравится, когда я вот сижу за рулем, еду, и меня начинают в TeamSpeak покать. А можно ли это сделать? А можно ли это сделать? А я в это время лечу, и скорее всего по мне сейчас будут стрелять, и я просто вот... Хорошо, что меня не бомбит по этому поводу. Так, сейчас я на карту гляну, что у меня так ощущение, что вообще не туда едет. А, не все правильно. Да нет, нормально едем вроде. Да, вот на Ринск. На 220 далеко выстрел. А вы уже добрались первый сын? Да. Мы на ЛЗ. Мы едем уже. Мы углубляемся. Вы пешком пойдете или на технике туда врываться? Не, мы на ЛЗ оставили СОФ. Ух ты, это что? Фига себе. Это было? Да, машинки перевернуты. Так, ну все, здесь оставляем. Все, мы подъехали, где вы все поставили. Идем к вам. Напомните, противник. А они, по-моему, ЧСУ или кто там? Ой, там уже СВД хэш молодец.
Насколько я помню, они все в этих в серых штанах таких. Что-то коза, наверное. Короче, на охранника похоже. До исправления версии. Ну, походу на западном склоне они там разместились. На каком? Западном. Ну и нормально, по низинке сейчас пойдем прям внутрь. Если получится. Да, мы уже входим. Можно было под подножие, да? Для блокировки 250 нужен. Да, давайте подножие. Ты че это? Кто и по кому? ПНЗ у нас тут рядышком прийти. Че молчишь? Банзай, а ты там дебил, как бежишь сейчас? Банзай, где он? Метку поставь. Осторожно, а в этом впереди на 180 на 200 пробежал кто-то, я не знаю, кто-то пробежал. Че вы кучкуетесь, блять, съебитесь нахуй сядь сюда за одной ёбку. Вот, пулеметчик туда наш подходит. Он убегает. Я охренел, он стоит в елке, я по нему из пулемета шмаляю, а его не убивают. Он что-то залагал. Так он потом дёру дал. Крафтяга пошли? Угу. Могу понять откуда. С отдыха нашего ебашника вот. Со склона, с западного. Он на высоте. Осторожнее, он может где-то ещё живо здесь быть. Нашел его. Все, готов. Шпиц у всех есть? Угу. Прикольно, позицию поставь. Так, это был спитер, СВДшник. Убили его. Отлично. Убили, значит, этого? Да, СВДшника я снял, все. Или там, кто-то из наших снял. Сейчас я рацию с него возьму, и там... Флэр. Полезник. Да. У нас один минус, причем кто-то с трубой, по-моему. Это я с трубой, я живой. Нет, валяется чувак без сознанки, либо убит под ёлку. Кто с нами еще был? Он здесь жил. Так, ну все, давайте там дальше выдвигаемся. Так, ну что, на 260? 250. Давайте на 100 в низине спустимся. Что-то у меня на склоне. Что там на севере есть, враги? Там кто-то запрашивает, на севере убили врага или нет, по рации вражеская. Причем у Аздоника спрашивают. Тут у нас на севере может быть еще кто-то. Во, вот он, вот он. Что ты помнишь? Есть на связи кто? С запада. А вы там где?
На связи, стоит. По мне, снял. Добил. Гонз выжил? Да-да. Отлично, продолжаем. Походу меня АВ убили. Гонза, ты СВДшник купил, да? Который флайер стрелял? Студент, ты? Гонза живой? Его сценки, походу, сняли, слушайте. Так, студента тоже сняли. Это я. Живой? Подошел, по-моему. Ты сейчас стрелял, да, 40-48? Нет, кто-то другой, не мое. Я. Понятно. А ты по кому стрелял? А мы там одного чувака в елку убили уже. Врагу. Улетел-то, по мне. Тебе показал. Крэп, пойду я за контроль его посмотрю. Давай. Вы сейчас там, наверное, я думаю, не стоит сильно много информации сливать, потому что рад мобилизацию. Давайте резерв, у нас же есть. Да, давайте. Да-да, там же. Проверка, проверка. Слышно. У врага, кстати, по рации никто ничего не говорит. Там запрос делали, потом исчезли. Здесь есть вход, краб. Справа. Понял. Ёшки. По кому стреляй? По меня стрельнуло. Бежи, я сейчас ударю. И гранаты еще в меня кидают. Берите к ударам. Да, вижу, но я там никого не наблюдаю. Ну, так. А вы же под гом стоит пулемет, кстати, на этом. Нет, он не там стреляет, он не оттуда стреляет. Со спонами, так что его... Значит, пропуск сделал. Как не скопни меня. Сзади у тебя. Ранен, еще один там. Живой еще? Да, сейчас дымов накидают. Вижу этого пятика. Сейчас буду работать по нему, улягу столько. Да, хуя себе убежал, блять.
вниз, блядь. Короче, он нижнее того места, где трап. Скопление ел. Пометить, увы, нечем. В гиле, по-моему. Попробую пощупать вагон. Давай. Я так думаю, их осталось 1-2. А у нас на севере есть кто-нибудь в периметре? Появи на своей метке на актуальной. Бегу, бегу к вагону. Что стреляет? Все, убил на севере, убил на севере. Восток. С бешенкой был. А вы на твоей метке. А вы это ты между гаражами. Нет, я еще в лесу, не заходил на территорию. Вот на территории между гаражами там кто-то лазил, я понял. Убил только что на севере, между гаражами желтыми. Между контейнерами свои там были. Там свои уже, да, между гаражами? Да. Поднимайся по лестнице в вагон. Тут есть этот ДШК, можно его забрать и увезти. Краб, ты живой? Нужен ДШК. Да, живой. Нам нужны документы. Но что, ты же надо тут, вывезти. Тут документ, доказательства, инструменты для карты, Dagger, да, GPS, Castrel. Что ты доказательства нужны? Я все забрал. Вижу снайпера, он перебегает, перебегает, на север убегает. К тому месту, где флэр, с пулемета пулемет. Так, я на север смещаюсь, буду уходить из зоны. Если вы готовы смотреть на запад, могу пометить, какой ёбки он видит в падении поля. Тут отвалю чуть-чуть поставил. Вижу. Левее этого всего дела, соседний ёлк. Видел. Сейчас отрабатываю. Давай. Еще раз стреляй. Да. Ну, ну нет. Сильно правее надо было. Вот по мне стреляй. Правее. Метров 20 правее, или даже 30 на. Да-да, я видел. Я пойду его проведу нашу. Тут, короче, развлекайтесь, я да. Пошел уматываюсь документами. Да, всего, что только можете. Пускай она бежит оттуда. Поднимаюсь к снайперу с севера. Прайс, вперед, Настя. Ну вот. Спитера.